Власть, видимо, ошалела до такой степени под напором этой грязной навальнятины, что вчера Бондаренко Николая решили привести в очередной околоток за то, что он снимал и показывал один из небольших митингов. Я позвонил официальной власти и сказал: или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну. Мы не допустим расправы над своим талантливым депутатом. Кстати, суд 20 тысяч паял за то, что он стоял не там и не тех снимал. Но это прямое обращение к партии власти. Вы сейчас должны не только орать, кто атаковал на митинге 23 января, кто махал дубинками. Уже на всех каналах разобрали в деталях. Вы посмотрите, кто пришел и почему пришли. Пришли плохо подготовленные ЕГЭшники, которые не знают свою историю, а все цветные революции начинаются прежде всего с перечеркивания истории. Пришли те, кто оглушен эхом Москвы и у кого мозги промыты всякими антирусофобскими и антисоветскими дождями. Пришли и те, кто потерял работу и кто не видит выхода, потому что нет элементарных честных выборов. Пришли провокаторы, хорошо подготовленные иностранцами, во главе с их попом Гапоном, и которые знали, что делать. Они по строго сценарию оранжевых революций провели 4 операции. Поэтому, если хотите в мире мира и спокойствия, стабильность в стране, то принимайте прежде всего финансово-экономические меры. Стране нужен новый курс, новая политика, сильное авторитетное правительство, финансово-бюджетная политика, которая поддерживала бы своих производителей, а пока поддерживает олигархию. За прошлый год олигархию умыкнула из страны и спрятала в свои бездонные карманы 7 триллионов рублей. Для ремонта экономики Мишустину и Путину было бы достаточно 5 триллионов.